мобилизационное полноценное дыхание, оксигенация крови, восстановление легочной ткани и сатурации. Что же такое полноценное мобилизационное дыхание? Это комплекс дыхательных практик, которые позволяют максимально и полноценно задействовать всю легочную ткань и дыхательные мышцы в акте дыхания, способствующих максимально полноценному и эффективному газообмену, в результате чего снижаются риски респираторных и сосудистых заболеваний, ускоряются обменные процессы, увеличивается жизненный тонус, а в случае перенесенных респираторных инфекций и заболеваний профилактируются осложнения, происходит быстрейшее восстановление органов дыхания. Наверное, лучше всего сразу начать с эффектов, которые являются следствием практики полноценного мобилизационного дыхания. Это увеличение общего жизненного тонуса, увеличение общей физической и умственной активности, снижение рисков заболеваемости респираторными и сосудистыми заболеваниями, снижение эндогенной интоксикации за счет ускорения окисления недоокисленных веществ и продуктов, замедление процессов старения, снижение утомляемости, увеличение выносливости, ускорение и восстановление после физических и умственных нагрузок, нормализация и улучшение качества сна, стимуляция и увеличение эффективности работы всех органов и систем, улучшение эффективности физического тренинга, ускорение базального основного обмена, что напрямую связано с механизмами похудения и жиросжигания, что немаловажно для очень многих. В случае перенесенных респираторных инфекций и заболеваний профилактируются осложнения и происходит быстрейшее восстановление газообмена и структурных компонентов дыхательных органов. Все эти эффекты достигаются благодаря целому ряду физиологических механизмов, связанных с более полноценной работой легких, дыхательной мускулатуры, более эффективному газообмену. Для этого мною разработан комплекс специальных дыхательных практик.